Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами Галина. Сегодня я испеку печенье. Здесь у меня масло сливочное растопленное, крахмал, ванилин, мука, соль и сахарная пудра. Берем нашу миску большую. Вот здесь я растопила 230 грамм масла. Берем сторонку его. Так, сюда же мы добавим, прорежем крахмал. Так, побольше сделаем, потрясем. Тут ровно тебя закрывать будем. Опа. И сюда же мы будем всыпать столовую ложку крахмала. Ну вот у меня она меньше, но я с бурочкой, примерно так и будет. Это мы потом закроем, пока поставим в сторонку. Дальше у нас идет ванилин. Ванилин тоже на любителя. Давай. Сюда. Маленечко перемешаем. Так вот. Все разойдется. Дальше у нас идет сахарная пудра. Еще соли маленько добавлю. Что всегда надо соли добавлять. Вот. Сейчас добавим. Берем сахарную пудру. Здесь в пакетиках по 50 грамм. В общем, нам надо сахарной пудры 100 грамм. Вот одну пачечку мы высыпаем. Берем. И потом другую. Давай. Опа. Высыпали наконец там сахарную пудру. Все это опять мы перемешиваем. Хорошо. Ну, у нас тут не сахар, оно быстро все растворится. Перемешается. Так вот, без комочков пожелательно. Уже и комочков нет. Перемешали мы это все дело. Берем, будем сюда добавлять муки. Муки у меня здесь 300 грамм. 300 грамм муки. Ложечку. Постепенно мы будем добавлять. Перемешивать вот так вот. Вторую половинку я муки высыпала. Тесто мы замешиваем. Тесто. Такое тесто у нас получилось. Сейчас я в колобок катаю. И этот колобок мы накроем и в холодильничек уберем. Ручками мы заберем его. Граммочки будем собирать. Колобок. Угу. У нас колобок получился хороший. Накроем его пакетиком. Взяла я тесто. Вот маленько я его раскатала. Ручками. Берем пергаментную бумажку. И начнем вот так мы раскатывать. Потихонечку эту лепешку нашу будем раскатывать. Толщина где-то у нас будет толщина 5 сантиметров.
Еще толстоватое. Еще ровненько, равномерно раскатываю. Вот равномерно-то было. Вот толстые такие. Вот оно, знаете, почему через вот бумагу раскатывать? Потому что, чтобы оно было равномерно, чтобы оно трещинками не было. Трещинок не было. Поэтому я взяла пергаментную бумагу. Все равно я на нее буду ложить наши печенюшки. Ну вот достаточно. Берем. Вот дела. Оба. Вот так вот. И сюда. Берем нашу формочку и поехали. Будем вырезать. Фигурки можете любые. Квадратики, сердечки, кружочки, ромбики. Что хотите. Звездочки. Видите, оно тесто получается такое более-менее эластичное. Кстати, тесто без яиц. Вот. Так. Сейчас мы посчитаем, чтобы у нас было одинаковое количество. Вот это мы уберем. И вот такие примерно у нас они получаются. Вот. Вот. Так. Кончик это мы убираем. Вот. Ай! Вот, видите как? Да ну поэтому его и раскатываешь через бумажечку. Аккуратненько так. Тюх. Колобок. Все, я раскатала, вырезала наши кружочки. Берем вилочкой маленькой мы. Чуть-чуть прям совсем. Так, потыкаем. И в духовочку. У нас духовочка до 180 градусов. Она нагревается. Все, идем в духовочку. У нас тут 20 штук должно быть. Четное количество. И сюда. Так, 180 градусов. Где-то примерно 10-15 минут. Ждем. Печеньки наши испеклись. Мы их вытащили из духовки. Пусть они у нас остынут. Что они горячие. Печеньки остыли. Будем их выкладывать. Вот таким макаром мы выложим их. 3, 4, 5. Так, 6. У нас тут 20 штук. 4, 6, 7. И еще 3 штучки мы выложим. 7, 8, 9. Ну, 10-ю. Вот сюда. Так, 10 штучек. Берем мы нашу начинку. Начинку берите любую, любые. Кремы, джемы, варенье, сгущенку. Даже можете шоколадную пасту брать. У меня джем вишневый. Оп. Закрываем. Берем еще. И еще берем. Сверху накрываем. Так вот.
Вытапливаем. Так, он побольше. Оп. Так, это мы убираем сторонку. И возьмем сахарную пудру. Мы возьмем сахарную пудру. Здесь у меня сахарная пудра и белая, и шоколадная. Я ее вот так перемешаю. Можно поменьше взять. Что-то много взяла. Так, перемешали. И кипяточек туда добавляем. Будем перемешивать. Кипяточка. Вот, все перемешали. Видите, как оно загустевает уже. Пробуем вот так вот мы. Нет, я так не могу. Я возьму кисточку. Кисточкой буду промазывать. Так вот, кисточкой. Быстренько промажу. Промазали мы наши печенюшки. Печенька наша готова. Попробуем. Ну, дорогие мои, ну получилось как песочно. Прожую, да. Что, дорогие мои, всем приятного аппетита. Пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube канал Рецепты мудрой мамы. Всем пока-пока. До новых встреч.